В Чебоксарском районе около деревни Кадиркасы началось строительство тепличного комплекса. Напомню, решение было принято еще в начале 2017 года, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель совета директоров группы компании «Ренова» Виктор Виксельберг подписали соглашение. Строительство теплиц было признано правительством Чувашии приоритетным проектом, и спустя 9 месяцев проект обретает реальные очертания. Вот здесь, вблизи деревни Кадыркасы, уже через год заработают новые теплицы. В конце 2018 года планируют собрать и новый урожай. Мы приступили к работам по вертикальной планировке территории и готовим эту территорию для забивки свай, то есть готовим свайное поле. Вот, то есть весь проект идет в рамках подписанной дорожной карты, никакие сроки у нас не сдвигаются, инвестиционный проект движется активно. Инвестиционный проект беспрецедентен для республики. Он стоит более 6 миллиардов рублей. К 2021 году планируется выпускать более 19 тысяч тонн овощей. Чувашская республика производит ежегодно около 170 тысяч тонн овощей. Из них овощи закрытого грунта всего около 13 тысяч тонн. Это очень мало. Овощами закрытого грунта мы обеспечиваем себя всего на 20%. Из всех овощей 74% производится в личных подсобных хозяйствах у населения. Мы говорим, сегодня мы должны быть готовы, если мы хотим увидеть качественную продукцию, этого добиться можно, к сожалению, в основном в крупнотоварном производстве. Теплицы позволят трудоустроить почти 500 жителей муниципалитета со средней зарплатой более 20 тысяч рублей. Уже сейчас руководство тепличного комплекса набирает сотрудников и обучает их. Есть в администрации района и сельского поселения и ответ на некоторые каверзные вопросы, озвученные в отдельных средствах массовой информации. Все сделано в соответствии с буквой закона, и права местных жителей не нарушены. Данный земельный участок он выкупался у СХК «Атлашевский», то есть не у долевиков. И эта часть земельного участка, вторая часть земельного участка, это вражная часть, она выкупалась через аукцион. Сейчас земельного участка дорога не касается проект планировки, потому что и проектное желание, когда и утверждали, рассматривали все варианты, там нет, вопросов нет. По земельным участкам не проходят, по частным. Вопросы, они, я считаю, сняты, сейчас только работа. Работу мы уже реально, в принципе, видим, она подготовительная идет, и надеемся, что вот те инвестиции, которые предусмотрены, они придут к нам, будут реализованы, и мы получим новую экологически чистую продукцию.